Чего у меня во втором наушнике чвякает? Там не должно ничего быть, кроме такой же музыки. О боже. А как? Страны квадратуры. Блин, я типа подключил телефон к винде и не могу анонс написать. Неужели клава распознается? Ну нет. А как? Я анонс не могу написать. Фак! Дорогие друзья! А как? Ну на iPad типа все равно можно было вызвать на экранную. Экранная клавиатура. Ну. Сказать экранную. Ладно, отбой тревоги. Эк! Что тут надо писать? Ладно, кризис миновал. Здравствуйте, дорогие друзья. Дубовский подрубил, день испорчен. Вот сейчас уеду, блин, в отпуск. Помнишь свои гадости? Гад. Опубликовать. Так, с горем пополам анонсы были написаны. И чё, я типа не могу телефон блокировать? Ага. Ну ладно. Близко здесь не упасть. Дорогие друзья! Покажи список друзей. Я не знаю откуда. Я не знаю откуда столько. Это чё, прям популярная игра? Ну, я написал анонс. В Marvel Snap добавилось 0 человек. Но мне кажется, это что-то не то. Мне кажется, это неправильное название клана. Почему-то люди не могут. Там какие-то проблемы с этим. А тут добавилось уже все. Типа 99... 75, если я сейчас начну опрувить. Ну, 100 человек реально играют в покемонов. Но они же унылые на самом деле. Ну, тут чисто картишки, картонки открывать. Всех добавлю, пока места будут. Ребят, всем привет. Ты в курсе, что ВСА скоро отключат? Я надеюсь, ВСА — это космические щиты, и нас наконец-то расхерачат пришельцы. Как бы орбитальные лазеры отключат. Что за территориальную оборону отключат? На нас гигантские муравьеды нападут. Дорогие друзья, всем привет! Я вам даже не могу как-то даже картонку не могу открыть, потому что у меня нету! Не подготовился к стриму. А, наверное, с голдой смогу. Что такое ВСА? Я не знаю, что такое ВСА. Одного откроем через Арда, тут все немножко не... Открываем через Арда, чтобы найти на самом деле Мисти. И Эрику. Кто бы Эрика ни была. Немножко все нелогично. Но открываем через Арда. Блин, халду тратить. Две халды. Но это ради вас, я вас люблю. Халда тут прям на вес золота. Только потому, что я вас очень люблю, открываем пак, в котором ничего не будет.
Надо отдельное записать что-нибудь и рассказать про внимание к деталям. Ну, эта игра очень хорошо эмулирует физическое вообще. Да, во-первых, с телефона это все с задержкой. Но для наших сегодняшних целей этого подойдет. Очень хорошо эмулирует прям физическое ощущение от пака. Можно вот так вот в бок повернуть пак, увидеть, что там ничего нету. Можно фликать в разные стороны. Можно перевернутый пак открыть, и там будут с другой стороны. Че вы там за хайп запустили? Пу-пу! 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 Виппенбелл! У команды R был. И его за... Только большой. Третья форма была. И его засасывало жестко. Да! 381 карта всего. Новую не открыли. Ну, короче, это прям супер гача, в которой нужно заносить много денег. Я открылся, я себе заролил двух Мью, поэтому теперь... Я себе заролил самую тир-1 деку за три дня, которая всех ваншотит, всех гандошит. И чувствую себя абсолютно прекрасно, на мой взгляд. Да, два Мьюшки. Не фулл-артовых, как бы, ну что поделать. Больше мне от этой игры ничего не надо. Зацените внимание к деталям. Я могу вам показать внимание к деталям? Покемончики. Да, с кем я разговариваю. Ребят, у нас сегодня... Это просто тестовое, чтобы проверить, что с телефона работает. Это я типа с телефона транслирую на экран. Удивительные возможности Windows 11. В чем прикол этой параши? Просто коллекционируешь карты. Даже играть не надо. На главном экране даже нету кнопки играть. Типа просто два раза в день заходишь, открываешь бустер, в нем ничего нету и типа да. Вот. Ребят, всем привет. Я хотел прикол показать. Ну это прям прикол. Показываю прикол. Смотри, фулл-артовая карта Снорлакса. Показываю прикол, буди бабку. Где? Тут еще гача внутри гачи, можно одну из пяти карт. Смотри, фулл-артовая карта Снорлакса. Прикол. Да? Гля какой он, типа. Упал. Упал и лежит. А тут, типа, все разбегаются. Одишь, вот этот не помню как, вот этот не помню как. Все разбегаются от Снорлакса. А теперь, если мы зайдем в обычные карты... И нажмем, например, на Удищ. Смотри, вот кусок Снорлакса. Это сюжетные карты. Видишь, она... Удищ в шоке, Снорлакс упал. И на других картах тоже. Вот он бежит. Бежит от Снорлакса, прикинь. А? Прикол. И чё? Всё. На сегодня с приколами покончено, дорогие друзья. Переходим к основной части нашей передачи, к черному экрану. Ну, милота же, ну, милота. Ой, у меня не скачалось. У меня богиня свидания не скачалась, боже. Я ее на анонс уже поставил, боже. У нас сегодня, так сказать... Объединяющая народно-единственная программа. Я первая. Получается, что я уже выиграла. Всем привет, это я, наконец-то пришел. Дианон по скорости интернета. Обла скорости интернета. Не качается. Дианон, потому что я скачивал самые собственные стримы и никуда не выкладывал. Возможно. Скопировать ссылку, вставить ссылку. В очереди на загрузку информации. Ребят, мы сегодня, значит, как бы народно объединяемся, поэтому у нас сегодня чекули, у нас сегодня ботаники танцуют брейк-дэнс. Облако, выключись. Ботаники танцуют брейк-дэнс, и жесткость телефона, пока он не разрядился, 19%. А, это надо, наверное, здесь открывать. Жесткость телефона... Куда-то надо нажать. Новая смута! И даже не на Unreal. Я жестко заморочился и транслирую прям экран телефона себе на винду. Оказалось, тут прикольное приложение, прям связь с телефоном. Но это все не важно. Новая смута, мы еще со старой не разобрались. Острый политический комментарий или просто намек на то, что они до сих пор не доделали и переделали просто смуту? Так.
Это с айфона так можно. Ну, с айфона там еще как-то можно. Нет, 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 это божественный S24 Ultra. С 19% заряда, поэтому... Мы пройдем, мы переоденемся, там что-то. Можно выбрать, стать казачкой или стать домашней прачкой, не уверен. Так, это что, это максимальная громкость? Что так тихо? На телефоне громкость регулировать? Как это делается все? На телефоне громкость? Чуть меняется? Не особо. Здесь? Хайп-чест. Да погоди ты, хайп-чест. Зарядку нормально держит. Нет, отвратительная батарея. Все жалуются. Боясь заточения. Смута зов сердца. Задний фон для СДВГшников. Задний фон отсылает к платиновым моментам. Только, блин, она... Только, блин, она... верхнее окно. О, алло. Вернись. А как? Alt-Enter. Нет, Ctrl-Enter. Alt-Escape. Блин! Вернись. Там вверху был ползунок громкости. Может, он влияет. Alt-пробел. Да врешь ты все. Alt-пробел. Alt-пробел не работает, ты меня набрал. Так! Отсортирую окна. Ну, оно, типа... Его как-то можно... Винта. Вот я примерно это хотел, да. Фак! Оно не делается. Да, там ничего важного. Неважно. На край жмякни, оно и нормализуется. Так вот, нету края, блин. Оно вверх утекло, и все. Гады. Ты можешь немножко вниз, типа? Там ползунок громкости был. Я же за вас страдаю. Вин, стрелочка вниз. Дорогие друзья, не помогает, братья, не помогает. Windows плюс стрелки. Да не помогает. Ладно, помогает. Но вниз не помогало, вбок помогло. Так. Да, вы знаете, оказалось все-таки. Оказалось, тут есть громкость, наши мучения были. Ну, это какое-то это такое псевдоокно. Неважно. Глава первая. Значит, действительно, со старой смутой не разобрались, уже в новую смуту лезем. Надеюсь, хотя бы здесь всех персонажей озвучила... звук. Надеюсь, здесь всех персонажей озвучила Ангелина Брин, мачеха Алины Рин и Арины Лин. Ознакомливаемся с горячей сегодняшней новинкой. Боясь заточения, юная девушка сбегает из дома и притворяется мужчиной. Что? И эти игры спонсируют РФСК, БГДД, Роспромторг, ВТОР? На ее жизнь среди казаков. Но ее жизнь среди казаков омрачают погони, интриги и давняя тайна, цена которой смерть. Характеристики. Шпажка 0. Чтение 0. Самодержавие 0. Статус истории пишется. Нейронка будет генерить? Зов сердца. Чищ. За окном снег, реально снег. Прям сегодня настоящая зима началась. Осуждаем самодержавие 0. Абсолютно согласен. Глава первая. Приказ. Мне что, нажать надо? Да! Нас верит. Та самая. Сказок, как звезд на небе. Та самая бабка из фильма. Новая зажглась, засияла. Я ж говорил, Арина Рин будет озвучивать. В русском царстве, славном государстве, жила-была девица. Кайф, даже озвучивать не надо. Красавица. И она траповала. Выбери облик главной героини.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Прелестно, как вечер. Волосы чуть хуже, чем... О, чудесно, как ночь. Офигеть, настоящая игра. Лучезарно, как день. Прелестно, как вечер. А, это можно... Это что? Рубаха норм. Облик без одежды. А можно косу красную? Только можно... Так, я, наверное, за первую. За первую или за вторую? Кореглазка или... Или пронзительно смотрящая на тебя в серость. В. Ну точно не третья. Третья какая-то. Дюрп. Дюрп. Наверное, второе. Прям губки пышнее. Что-то там намек на, на веснушки. Разница не то чтобы... Намек на веснушки и серые глаза. Чудесно, как ночь. И совершенно точно ничего не подлагивает и не тормозит, и будет прекрасно работать. Звали ее Ирина! О, клавиатура. Так, я надеюсь, тут Т9 сейчас ничего моего не спадет. Да хоть Арина, блин. Да хоть Алина. Ирина Шейк. Гуфи. Гуфи. Сойдет. Да, кто не пользуется Google клавиатурой, даже на айфонах, вы абсолютно социопаты. Гуфина. Вы можете влиять на характер главной героини, делать ее резкой, суровой, сильной, богатыршей или ловкой, смекалистой, красноречивой советчицей. Совершенно уверен, что все это есть в игре. Она росла. С умом проворным. Путь советницы. И была у нее тайна. Такая, какую ни одна. Ну давай, чат, прояви чудеса остроумия. Какая? Выбери прическу главной героини. Прическа? А лысая была? Ой, ну все, приоди. А что не дали выбрать? Я прокликал случайно, мне кафтан не дали выбрать. Сойка. Да там не видно за шапкой-то, блин. Ворона. Иволга. Сойка. Но, как бы... За красным колпаком ничего особое не видно, блин. Да? По новой читали. Кстати, музон. Кстати, там был неплохой музон в главном меню. Я абсолютно абсолютно всегда объективен. Да и здесь вроде норм музон. Вороны-москвички. Сойка. Сойка пересмешница, потому что «Голодные игры» — мой любимый фильм, очевидно. Пошла, ну же! Смотри, чтоб тебе так не говорили. Май 1612 года. Я стиснула в руках поводья, а обругала неповоротливую клячу, но осталась позади казаков. Кляча делала стоковым звуком тыгадын-тыгадын. От резвых коней дрожала земля, пыль велась столбом. Мне оставалось лишь щуриться, глядя в спины и надеяться на удачу. Опять не успею, все добро растащат. Я хочу мародерствовать вместе с мужиками! Весть о польском обозе, шедшему неподалеку от нашего лагеря, прогнала сон. Наконец-то могли бы я зону что-нибудь экранизировать. Раньше я стыдилась того, чтобы... Что отец называл разбойством. Но жизнь с казаками научила простой правде. Не возьмешь ты, заберет другой. Но это так не работает, как бы. То, что кто-то стримит казик, не значит, что ты тоже должен стримить казик. Ветер бил в лицо, норовил сорвать шапку. Ах да, мы же изображаем, что мы, видимо, мужчина. Приходилось сильнее натягивать ее, чтобы никто не увидел отросших волос. Косы, что мне плели прежде, были с кулак толщиной. Нынче они крепко стянутые на затылке, напоминали мышиные хвосты. То есть мы косим под парня, но отказываемся состригать роскошные косы. Так за них же можно, блин, по объявлению 1025... Уже, ну потому что мы потом влюбимся в прекрасного принца, а прекрасному принцу, блин, томбойская прическа нахрен не упала, ему косы подавай. Уже несколько месяцев никто не произносил моего настоящего имени, Гуфина. А отныне для всех я была Михаилом, юнцом, прибившимся к казакам. Я взгвигнула, больно ударившись о седло. А! 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 А!
Голос подвез, зазвучал по диви... Я испугалась, грозно пропасила, подражая атаману. Мстишь, кляча? По рытвинам скачешь, чтоб бока отбить! Не пакости, злодейка! Ушибся, дурак? С конем болтаешь? Степан, ну Степан... Кто-то из этих персонажей, возможно, был в основной смуте, но так как в нее никто не играл, подтвердить или опровергнуть не можем. Ну, модельный Степан. Я вздрогнул, а не заметил. Надо это, да, еще звуковые эффекты. Я вздрогнул. Полное погружение в аудиокнигу должно знать. Озон велел. Он! Я вздрогнул, а не заметив Степана. Он, как и полагалось сотнику, держался дерзко и бойко, будто ничего не боялся. Он мог один выйти против 100 охотников на покемонов. Вредный! Снова надо мной потешаешься! Обычное взаимодействие между Михаилом и Степаном. Не успела я ответить, как Степан подстегнул вородного жеребца и пронесся вдаль. Вот бы мне Степана приструнить! Силой или хитростью? Ну я выбрал ум поэтому. Силой, завалим Степана в душевой. Будь богатырше. В бою, но это очень прогрессивная игра. В бою сразиться и выстоять. Тогда бы он перестал надо мной насмехаться. Мечтательно вздохнув, я стерла пот со лба. Заметила грязь на рукаве. Пойди все лицо измазала растяпа. За долгие дни я почти привыкла к суровым мужским порядкам. Смирилась с крепкой броней, мозолем на пальцах. Сном в шатре, пропахшим потными телами. Можешь получше читать как-то. Зипун, верхняя одежда из грубого. Ну, прям с подсказочками, милота. Но грязь напомнила о строгой няньке, которая учила меня следить за чистотой. Как бы немного музон бы подержи. Даже блаженство на небесах, она наверняка охает надо мной, чумазой девицей в старом зипуне. Упрямая лошадь то ли захотела пить, то ли пожалела меня, поскакала быстрее. Я звонко хохотнула, но спохватилась и пробасила. Или пробасила, пишите в чате. «Молодец, голубушка!» Довольно, хля, довольно. Ну, милота же. Наконец-то смута превратилась в то, что ей всегда... Чем ей всегда полагалось быть. Игрой без геймплея. Вскоре показались кибитки. Костровища, сонные поляки и лихие казаки. Сдается мне, поляки не совсем сонные. Меня оглушили звуки боя, выстрелы, лязганье сабель. Безжалостные и истошные крики. Треск полоть, кх, и дерево, бх, беспокойнее ржание лошадей. Я спрыгнула на землю. Мимо пробежал низкорослый. Шустрый Серсо запрыгнул на телегу. Принялся палить из пищаля. Пч. Ляхи. Пренебрежительное название поляков, распространенное среди казаков. Жрите, ляхи! Пч-пч! Пч-пч! Пч! Я вынула саблю, двинулась в кучу. Ко мне, тяжело дыша, кинулся поляк. Трансгендер, курва! Поляк. Я! Замерла, споткнулась, убежала, увернулась. Споткнулась! Я упала... Что? Я упала, попыталась встать. Враг тенью навис надо мной. Сверкнул клинок. Мою шею пронзила нестерпимая боль. О-о-о. Я захрипела. Вы умерли. Попробуй сделать другой выбор. Фак! Я захрипела, схватилась за рану и распласталась на земле. Блин, оказывается, не нужно было в схватке выбирать маневр, и я споткнулась. А, все, хорошо. Хоть не сначала. Немножечко временной петли, немножечко назад отмоталось. Я замерла. Да я увернулась, а в чем минус? Я увернулась. Я уклонилась, затем напала, полоснув врага по животу.
Тот попятился, угодил под удар Гриньки и упал замертво. Красивый какой, да? Красиво, красиво. Ой, ну как красиво, ребята. Реально красиво. Красиво. Ой, ну как красиво. Тени очень красиво падают, конечно. Ранний бил. Факты. Так, все на 100, окей. Гринька! Молодец! Не струсил! Ну, Гринька какой-то дерповый. Явно с Гринькой мутить не будем. Я огляделась. Неподалеку бился Степан и лысоватый, запыхавшийся от жары мужик. Степан, Степан будто совсем не уставал, набрасывался быстро и точно. Ох уж этот Степан. Пока я ранила двоих, Степан расправился с четырьмя. Последнему он одним махом отрубил голову. И так как репа покатилась по земле. Я репа. Это в игре. Вновь раздались чудовищные вопли. Ревущая, неистовая толпа слилась в одно пестрое, окрашенное кровью пятно. Это точно клуб романтики? Почти как тогда, в гадании! О, нет. Мы еще и раскладики делаем перед боем. Классный кинжал, сестра. Я вспомнила все так, будто видела вчера. Флэшбэк! Фёкла зажгла свечи и поставила на стол плошку с водой. Я поправила... О, наряд. Ой, руба. Боже. Трендово. Цветочные принты. Роскошная коса, реально. Ну как такую состричь? Добротный наряд. Ой, девочки, выбираем. Скромный наряд. Не, я буду прям цветочная такая. Блин, не, ну как бы... Сдержанность тыры-пыры. Мне понравился прекрасный наряд. Плохую вещь. Ну, мешковато, конечно. Оверсайз. Оверсайз, цветочный принт, скромный, говорит. Да в таком только в прорубь нырять. А там кубик надо бросать, как бы споткнуться можно. Не, ну вообще добротный. Блин, слишком мешковато. Я, конечно, за прекрасный наряд. Ну, мешковато. Ты моя цветочная. Берем. Провела ладонью по волосам. Ой, прическу в шапке можно. И окей, ладно, просто. Смоляная, черная, бровки. Бровки мои. Куда пошел? Смоляная, бровиная. Засмотрелась на пляску огоньков, озябла. Холодно что-то. Подкинь поленья в печку, Матрёна. Фёкла. А, Фёкла пассивно-агрессивно рада нам прислуживать. Не страшись, боярышня. Если всё верно сделаешь, дурного не случится. Хадаем. Крещение Господне — один из главных христианских праздников. У православных христиан отмечается. Я усмехнулась. Гадать, конечно, было грешно. Ну, блины тоже жрать грешно, как бы. Да разве заснешь в ночь перед крещением? Мне всюду, даже в вое метели, чудились вещи и знаки, и ожившие сказки. Прежде нянька запрещала Бога гневать, но после ее смерти рядом со мной не осталось наставницы. Отец учил меня стрелять, ездить верхом и биться саблей. И изредка велел вышивать. Вышивать новые патроны для ружья, для мушкета. Он всегда отмахивался от девичьих дел, как от пустяков. Продавливают, ребят, продавливают. Нигде от повесточки, конечно, не скрыться. Продавливают и здесь. Четверговая соль. Соль, приготовленная особым способом к великий... Ну, я не успеваю, я так быстро. Я начинаю здесь читать, там сверху, блин, выпрыгнуло. Матушки я не знала, потому как дитя... Слушала Фёклу, которая сперва молилась, а потом ставила молоко домовому. А мы гномику еще конфетку оставляли. В 16 веке тоже, когда жили. Готовила четверговую соль и весь год бросала в еду или за плечо. Нифига себе, это очень много надо четверговой соли-то заготовить. Целый пуд! Это какая-то магическая соль. Коли не боишься, сперва воск вылей. Фёкла, тебе по лору сколько лет, если тебя с детства слушаются? Если я тебя с детства слушаюсь.
Я взяла тонкую свечу, наклонила над плошкой, подумала. Такая о забавах. Хотел сказать, о суженом, конечно. Это я сам выберу, не надо мне предсказывать. О забавах. Скучно здесь. Выберусь ли из нашей глуши в таком-то наряде? Воск капнул, расплылся и причудливо застыл. Я осторожно достала фигурку, похожую. Ну как интерпретировать, гений? Ну да, на саблю. Боевая валькирия только начинает свое путешествие. Судьба сулит нам битву. Неужели к нам новая беда придет? Да что ж такое? Пекла подала мне зеркальце, погасила все свечи, кроме одной. Забываю про звуковой эффект. Как за порог выйду, заговор прошепчи. Когда жених покажется, скажи: «Чур меня!» Нет, блин, «Чур меня!» Криповая улыбка. Запомнила, боярышня? Да. Шаги Фёклы стихли. Я поёжил. За окном рассвирепела вьюга. Добрым утром, Руслан. За окном рассвирепела вьюга, затрещали ставни, будто кто-то неведомый скрёбся. Рвался внутрь. Я крепче сжала свечу. Я тоже. Я и не разжимал. Глупости, всего лишь метель. Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный. Голос дрогнул. Я застыла, всматриваясь в отражение. От отблесков пламени мое лицо казалось золотым. За плечом будто расползалась бескрайняя кромешная тьма. Так, что по батарее? Телефон, кстати, нагрелся, лол. 13%. Ну, надо ставить на зарядку. Надеюсь, он будет добивать. В углу зашуршало. Я вздрогнула. Медведь, научи меня крутить. А если не научишь, полку получишь. Кликнула и не успела прочитать, блин. Вдруг меня Фёкла пугает. Да она врунья. Жених-то запаздывает. Входит медведь. По полу потянуло сквозняком. Я почувствовала, как на затылке шевельнулись волосы, словно на меня кто-то смотрел. Вьюга заревела кровожадным зверем. Огонек свечи дрогнул, чуть не потух. Ходит медведь. О, нихера себе, блин. Жесткий трип. Из тьмы возникла... Страшнее Сайлент Хилла. Из тьмы возникла фигура. Зажмурилась и распахнула глаза. Я... Но видение не исчезло. За мои... Красиво. Страшные звуки. В сценарии было описано страшные звуки казаков. За моей спиной стоял могучий казак. Вокруг него толпились раненые, напуганные, несчастные люди, совершенно точно не сгенерированные. Их горькому плачу вторило рыдание... Я побелела, затряслась. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Чур! Губы не слушались, зубы стучали, сердце бешено колотит. Чур! Толпа запричитала. Взмолилась о разграбленных домах, убитых родных. Дик-пик. Многоголосая Гуфина, спаси нас! А ты ее что-то мутит и тошнит. Ха-ху, понял, типа смута. Лена, не смущай меня, не смути меня, да не смутимо будешь. Поздоравливаем. Многоголосая Гуфина, спаси нас! Слилось в тонкий, прозрительный, надрывной стон. Надрывный стон. Из темноты, хлопая крыльями.
Вырвался большой чернильно-черный ворон и громко каркнув, сел мне на плечо. Я прошу... Спаси землю русскую! В тот же миг казак взмахнул саблей с сотканной стеней и отрезал мне волосы. Качинь. Я беззвучно закричала, свеча дрогнула и погасла. Боярышня, миленькая, очинись! Блин, суженого, кажись, не будет. Ну не на вороне же жениться теперь. Кто-то тряс меня за плечо, я с опаской открыла глаза. Пекло? Кто же еще? Я вздрогнула. Испугался, не бойся. Спасибо за стримы. Наш любимый гуфонский меньше, чем 3, даже это лучше, чем дедлак. В смысле, даже это величие абсолютно. Я вздрогнула, вспомнив видение. Казак, печальные люди, ворон. То сон был, и верно задремала. Хорошо, что свеча потухла. А то бы пожар начался. Нефиг, блин, как может, ну, надо же постараться, чтобы, ну, где-нибудь, не обязательно около, прям около, около стены гадать. Алло. Работаем. Работаем. А-а-а! Да, я уснула. Нет, это гадание показало. Рациональность наша все в 16 веке. Я уснула. Никогда таких дрём не видела. Все будто бы взаправду было. Лучше забуду. Незачем себе сердце бередить. Князь. Князь? О, меч какой. Что, хорош? О, блядь, ни хрена себе. Но это практически наше аниме, это князь Владимир, по-моему. По-моему, даже это не мельница делала. Или это единственный раз, когда мельница попыталась сделать что-то посерьезнее богатырей. Там прям тени были на всем, нифига себе. Ночью и утром я гнала мысли о гадании, но не могла противиться. Когда к нам с батюшкой пожаловал Елисей. Елисей, Елисей, обнимай меня сильней. Здравы будьте, Иван Григорьевич и Гуфина Ивановна! И я? Кивнула. Нефиг, блин. Нифига, блин. Пришел, блин. И тебе, здравия, Елисей. Угостись с нами. Хочешь чарку вина? Уж больно ты усталый. Небось, дорогу утомила. Спасибо, Иван Григорьевич. Меня вести дурные опечалили. Что за вести? Усадьбу Егоровых разграбили и сожгли. Не обязательно диалог, не обязательно делать звуковые эффекты. Поутру к нам крестьяне добрались, защиты попросили. Мало их уцелевших да раненых. Прости, но я буду мутить с казаком. В смысле, она, я не буду. Я оцепенела, представив убитых горем людей. Все как в пророчестве. Как вчера. Неужели и казак явится, меня заберет, кстати, да. Я мотнула головой и прислушалась к беседе. Батюшка послал вас проведать, издали посмотреть, все ли мирно, а коли беда, с подмогой подоспеть. Он сам рвался, повторял, как Иван Григорьевич его от смерти спас. Давно мы в расчете. Спасибо вам с отцом, что о нас волнуетесь. Я, может, и хромой после раны, но с саблей лу... В 1612 году День народного единства. В Москве 4-го будут праздновать все это. И смута тоже. Из печали, ежели прищурюсь. Метко палю. Гуфина тоже военное дело знает. Даром что девица. Девица. Потому что меня, кумушки, чудачкой считают. Сказала она, стреляя из двух пистолетов. Ну, просто Лара Крофт. Ирина Шейк. Пересуды пустые, слава. Мне больше пересуды здесь, чем лиходеи. А разбойники, поляки, лиходеи настоящие. По землям шастают, убивают да грабят. Коли занедужу, ты отпор дашь. У нас и бункер есть. А муж на что? Постою за себя, лучше в бега пущусь. Постою за себя и за родной дом. Постою. Тбилиси еще не изобрели, в бегание не пущусь. Слабых выручу. Горжусь тобой, Гуфина. Респект, респект. Елисей что-то сказал, но я прослушал, а заметив черный силуэт в окне. А!
Ворон! Как в зеркальце! Ну и как ты постоишь, если любого, блин, ворона боишься? У меня кольнуло в виске. Ровно в тот момент, ровно в том месте, куда клюнула зловещая птица. Сперва обездоленный, теперь ворон. Не к добру это. Гуфина? Ты чё побледнела, мать? В смысле, дочь. Мне было стыдно признаться в гадании. Яхм, околела. Пойду печи погреюсь. А вдруг около... А вдруг около печи печенеги? Никто не подготовился к мемпати. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Да, тяжелое было гадание, привиделось мне всякое. Так, как сделать, чтобы с этой херни не приходили уведомления? Выключи телефон. Тогда я не смогу стримить, блин, смуту зов сердца, если я выключу телефон. Разбей телефон. Настройка устройства на ПК. Ну ясен хрен, ну ладно, я поставил не беспокоить, возможно. К вечеру перед нашим двором стояло пятеро безутешных крестьян. За окном на ветке, как и прежде, сидел и синий-черный ворон. Что это за доебалось до ворона, блин? Отвали от ворона. Я с ужасом ждала последнего гостя, но он не появлялся. Зима сменилась весной, а она все боялась. Страх смехом. Меня больше не тревожили воспоминания о крещенской ночи. Лишь иногда, смотрясь в зеркальце, я чувствовала неясное волнение. Отголосок былого страха. Но то был не покой, а лишь затишье перед бурей. В один из весенних дней батюшка наказал мне заниматься рукоделием. Ну, хоть не в драчабарь. Я быстро утомилась, отложила шитье, побрела по дому и, проходя мимо горницы, услышала. Ха! Усвадьбу сожгли! Никого ироды не пощадили. Ключнику глаза выкололи. Блин, ну романтик так и прет, конечно. Так он бедный по лесам седмицами склонялся. Чудом к моей земле выжил. Как скорбную весть поведал Слюк. Ночью или утром представится. Ой, страшно. Не губи, Иван Григорьевич, за правду. Как чую, до нас вороги доберутся. Я остолбенела, сжалась. Нет, нас это зло минует. Доберутся, Васька, а нам не выстоять. Коли Елисея на подмогу позовем. Нет, нельзя верного друга без сына оставить. Как быть? Ты, Иван Григорьевич, моему разуму доверяешь. Да тепереча я не советчик. Разве что боярышню замуж выдавать. А Васька только, блин, а боярышня. Ты, Васька, верно сказываешь. Не хочу я ее неволить, да недостойному человеку отдавать. Гуфина и в монастыре укрыться может. Я гонца пошлю. Вау-вау-вау-вау-вау, вообще-то не спросили, блин. Богатыршу не спросили, блин. Я замерла. Меня? В монастырь? А как же, блин, курсы тверга, которые я прошла на скиллбоксе? Куда я их вообще применю? Захотелось шагнуть в горницу, топнуть ногой, вскричать, что никуда я не поеду. Я еле сдержалась, решив, что отец не простит дерзости. Быстрее соберет меня в дорогу.
Будь они близки, вдруг боярышню схватят. Я тоже отправлюсь. Самых крепких из холопов прихвачу. Коли бог смилуется, невредимыми воротимся, да и усадьбу не оголим. Коли смерть настигнет, с честью гибель примем. Гуфина важнее всего. Когда же вы, наконец, блин, усвоите, блин. Я отшатнулась, вообразив скудную келью, тяжелый труд, одинокую жизнь и старость. Блин, вообще обломно. Сердце ухнуло вниз. Прокравшись к земле, я, заламывая руки, заметалась из угла в угол. Старость, блин, помру в 35. Отсижусь, как трусиха, пока отец с другими жизнями рискует. Для чего я годами мастерство осваивала? В глазах защипало, я зажмурилась, вспомнив, как прилежно упражнялась, веря, что помогу батюшке, уберегу слабых от напастей. Ничего уже не будет, все напрасно, дай, пожалуйста, дай. Ооо, плак-плак-плак, плик-плик-плюк, пляки-плюки-плюки. Я вытерла слезы, стиснула зубы, чуть не зарычала от бессильной злости и отчаяния. Что мне в келье делать? Бога да матушку-настоятельницу печалить? Не смогу я от всей души молиться. Лукавить Всевышнему, сестрам лгать, тяжкий грех. Гореть мне за это в адском пламени. Я вдруг продрогла, как на морозе, обхватила себя руками. А она уже не первый раз продрогает. Возможно, она король лич. Не выдержу, через месяц-другой от тоски сгину. Коли батюшка приставится. Я вновь зарыдала, но всхлипнула, подумала. Зареву до ночи проплачу. Гонец умчит, придется мне отцовской воле покориться. Пляки-пляки. Умоюсь, да к батюшке пойду, заболтаю. Смогу убедить, что здесь надежнее, чем в монастыре. Разгоревшаяся была надежда вмиг сгинула. Он упрямый, когда там говорит, когда-то говорит, никогда не слушает, по-своему поступает. Коли ему возражу под замок, каком окажусь. Но завтра же в путь выдвинемся. Так, я что-то поплыл. Что делать? В голове мелькнула неожиданная опасная мысль. Я попытался избавиться от глупой грезы, но взвесив все, обдумал тщательнее. Да я читаю, вы, блин, булите меня. Раз отец меня как сына растил, а клеветники мужиком в платье кличут, им и стану. Наряжусь удальцом, сабельку и коня возьму, ускочу прочь. Где в 16 веке купить курс гормональной терапии? Делом докажу, что могу за себя постоять. Героем ворочусь. Да, сестра, давай. Я засмеялась, довольная придумкой. Ну, спохвати. Нужно спешить. Фёкла! Подай карету. Подай Гуфина мобиль. Она вбежала, испугавшись моего грозного тона. Тык-тык-тык-тык. Ступай к гонцу, погляди, чем он занят. Зипун, сумку у него утащи. Из поварни хлеба да флягу воды принеси. Ко мне мчись. И Гуфина мобиль заправь. Зачем? Делай, что велю. И никому не говори. Не то расскажу, как ты меня гаданием показывала. Да, о суевериях болтала. А отец разозлится, а прикажет тебя прилюдно выпороть, чтоб другим неповадно было. Она и не против. Сжалься! Она ж все для тебя, а ты ее. Шевелись тогда, смолчу. Фёкла закивала, бросилась вон. Я полезла в сундук. Достала штаны, рубаху, пояс, тряпки, и саблю. Переодеваться самой непривычной долго. Не сразу получилось затянуть грудь тряпьем, но я справилась. Да было бы там что затягивать. Через пару мгновений в комнату прошвынула запыхавшаяся Фёкла. Боярышня! Что с гонцом? Фёкла вздрогнула, пролепетала, сминая в руках поклажу. Он с Зорькой приехал, теперь и че спит. Ох, как я испужалась, когда в его вещах смотрела, а в поварне чуть не попалась.
Повезло. Батюшка еще грамоту пишет. Положи сюда, что забрала, доступай к гонцу. Никого к нему не пускай. Как она это сделает, блин? А ежели спросят, прикажут. Ложись поперек. Отбивайся. Выкрутись, слукавь. Или хочешь, чтоб тебя при народе высекли? Мне стало жаль Фёклу, но пришлось посторожиться, чтобы не упустить удачу. Вновь оказавшись в одиночестве, я сложила припасы в сумку, собрала нужные и дорогие сердцу вещи. Теперь волосы отсекай саблей. Тяжело вздохнув, я поставила зеркальце и вытащила саблю. Наклонила голову, ухватившись за косу. Миг, и та упала к моим ногам. А нахуй хрен я, блин, выбирал косу. Упала. Я дотронулась до уцелевших прядей, что едва доставали до плеч. Затем спрятала их под шапку. Ой, там бой им. Бу, испугался, не бойся. Опять? Моя любимая студия озвучки «Гуфийная банда». Спасибо. Типа, если передумал... Не, ну тут реально прям выбора. Симпатичный паренек, а где Гуфина? Нечего горевать. Волосы не зубы, отрастут. Но если у тебя молочные. Положив все девичье на дно сундука, я повязала старенький теплый плащ, в котором тренировалась зимой, и поспешила в конюшню, молясь, чтобы никто не узнал меня. Прокравшись мимо спящего с похмелья конюха, я оседлала лошадь, поскакала прочь, сказав в воротной избе, что везу важную весть. Все преграды исчезли. Ну к казакам. Пару дней я восторгалась свободе, а потом захотелось есть. А потом начались трудности. Батюшка готовил меня к бою, рассказывал о том, как выживать в одиночку. Но от советов до дела много верст лежало. Оказалось, что охотиться проще с ловушками. Чтобы добыть воду, нужно топить снег. А пить лучше маленькими глотками. Однажды я случайно выпила все озеро сразу. Не подумала, сделала большой богатырский глоток. Костерки быстрее вспыхивали на проталинах. Тушки жарились на палках, иначе сгорали. О, этот удивительный мир. Мой сон стал чутким. Каждый шорох заставлял вскакивать и браться за саблю. Отчий дом остался далеко позади. Я часто думала о батюшке. То корила себя за поспешное бегство. То хвалила за отвагу или хитрость. Отвагу, отвагу. Мы не антигерой. Мы не трикстер. Мы прям богатырь. Путь богатырши. Да! Конец марта 2012 года. Дорога, испытав меня голодом, мелкими стычками, хворью, гибелью лошади, вывела, наконец, потерю ноги. Я вышла, прихрамывая и опираясь на свой протез, сделанный из березы. Издали, завидев огоньки, я тихо побрела на свет, надеясь, что найду добрых людей. Да. Стой! Кто таков? Я замерла перед казаком, вооруженным пищалем, и пробасила. Не стреляй! Я один бежал из усадьбы. Опасно батюшку поминать. Я Михаил, сын помещика Егорова. Родных убили, все разграбили. Ложь сделалась привычной, поэтому сорвалась с губ без усилий. Голос, как и руки, огрубел. Горло слегка хрипло. Конечно, блин, целое озеро выпило. Мне некуда податься. Мне некуда податься. Надоело по лесу шастать. Возьмите меня к себе переночевать. Искренние слова резанули по сердцу, но казак ничего не заметил, только с вызовом усмехнулся. Зачем нам слабак? Тебя ж ветром сдует. Вот противный! Пару седмиц назад я бы обиделась, а нынче ответила так, как полагалось мужику. Вот противный. Ветром! Этот, который ты пустишь, что ли? Оу, снэп, подруга. Обзываться вздумал, малец. Язык отрежу.
Попробуй. Задуй ветерок, ветерок, ветер, ветерок, через запад на восток, обведи вокруг земли, лети вокруг земли. Быть, по-моему, вели. Казак скрипнул зубами, бросился на меня с копьем. Ну, теоретически это не в игре. Казак скрипнул... Но тайминг норм. Казак скрипнул зубами, бросился на меня с копьем. Я увернулась, толкнула его на землю. На сабельку мою позарился. Не получишь ветерок. Ну, хоть не фрейрок. Не для твоей руки сделано. Ветерок. Ну, вы знаете эти казачьи обзывательства. Паршивец! Как не скалься, меня не одолеешь! Я с конем, саблей и пищалем на славу справляюсь. Всех троих зара... Ладно. Казак ухмыльнулся, свистнул и неразборчиво крикнул. К месту, где мы стояли, приблизилась куча мужиков. Как в джентльменах по одному заходили. Типа, чё за придурки? Чё, блин, за девка переодетая парнем? Джон, пойди сюда, посмотри на девку переодетую парнем. Драка будет. Йо, вот кто такая? Она говорит, она тоже богатырь. Окружили коварные. Это когда вот в кавычечках это она думает. Окружили коварные. То есть противная это была дума. Окружили коварные. Ежели драку затею, умру бесславно. Из толпы отделился высокий и очень красивый плечистый казак с цепким недоверчивым взглядом. Он посмотрел так, будто я что-то украла. Только его сердечко. Второй ка... Ну это он, о боже. Статный неприятный. Цундерем. С виду отрок. На роже ни усов, ни бороды. Поди, эта дитятка ничего тяжелее ложки не держала. Казаки засмеялись. Ах-ха-ха-ха. Я нахмурилась, до боли расправила плечи, стараясь выглядеть внушительнее. Скоморох нашелся! Чтобы усе отрастить много ума не... Или это не... Не, ну, видимо... Я думал, в кавычках это когда она думает. Точно, Степан! Гляди, как малец нахохлился, будто палку проглотил. Страшно ему без мамкиной ёбки и папкиных холопов. Ну, казаки... Ничего мне не страшно! Я не из пугливых! Вас-то много, вот и храбритесь! Хотите, покажу, как умею? Испугался, не бойся! Она запрыгнула на бочку и начала тверкать. Здравствуй, Гуфеня. Хотите, покажу, как умею? Будь по-твоему, малец! Выставишь против меня сотника, к атаману отведу. Проиграешь, за дерзость поплатишься. «Нельзя ему уступить!» Спрятав страх за злостью, я кивнула. Степан шагнул вперед. Остановился напротив. Казаки встали вокруг нас плотным кольцом. Мой обычный вторник. «Степан, задай ему хорошие тряпки!» «Задам, Гринька! Ох, я задам ему!» Степан вновь уставился на меня, прищурившись. В свете костра он казался огромным. Тени ложились на его... Хотел процитировать Гачу в лесу, но запомнил, как там было. Забыл, как там было. Тени ложились на его лицо, превращая резкие волевые черты в маску гнева. Ну, вы знаете этот Степан. Степан. Воздух будто накалился. Мы со Степаном почти мгновенно выхватили сабли. Клинки блеснули, отразив пламя. Я не спешила, осторожно ступала по кругу, пристально наблюдая за противником. Вдруг Степан бросился вперед. Я едва отразила удар и увернулась. Он вновь напал, чуть не задев мою руку. Блин, будет неудобно умереть во флешбеке. Чего вертишься? Как уж? Чего вертишься, как уж? Бей, либо сдавайся. Как уж. Чё за как уж? Бей, либо сдавайся.
Я пропустила насмешки, сосредоточилась на Степане, запоминая его приемы и гадая, что он сделает дальше. Ну как уж. Звон сабель, тихая поступь, гул в ушах. Снова заиграла песня битвы. Увлекая в свои... Вайб, конечно, что это писала либо девушка, либо кто-то... Кто-то, конечно, нормально так под девичий слог стилизовался. Смешно, если какой-нибудь 45-летний. Средней руки фантаст. Который 50 книг про попаданцев написал. Снова заиграла песня битвы, увлекла в свои страшные, шальные, манящие объятия. Во мне словно закипела кровь. Все замечания отца, ушибы, слезы, ужасы последних седмиц, сошлись в этом бое. Выждав подходящий момент... Нет, зачерпнула землю. Путь Трикстера не по нам. Атаковала. Блин, надеюсь, не пырнут в пузяку. Атаковала, братья. Резко, решительно, вложив всю силу в удар, Степан отвел удар. Не повезло! Вскоре я начала уставать. Испугался. Не бойся. Я Роскомнадзор. Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Давай заполним форму на госуслугах и... Этот стрим считается за форму на госуслугах. Вскоре я начала уставать. Степан же, напротив, двигался быстро и точно. Они вокруг костра флексят? Нет! Уступлю! Сигну! Рискнув, я шагнула к нему. Замахнулась. Степан ловко выбил оружие из ладони, приставил кончик сабли к моей шее. Не было времени ни защититься, ни вздохнуть. Лишь сердце дрогнуло, а в мыслях мелькнуло. Блин, он такой красивый. Конец! Прошу вас. Ваше право. Внести флюгига Хайма. Я моргнула и посмотрела в глаза Степана. Бесконечные, как донское небо. Страх перед смертью, тоска по отцу, все померкло. Остались лишь темные, почти черные глаза моего убивцы. Я умру с честью. Ого, малец-то не трус. И впрямь, смельчак. Вы вызвали у казаков с большой буквы уважение. Степан впечатлен вашей выдержкой. Я опешила. Боли не было, сердце не перестало биться. Боли больше нет. Ну, деревенские паршивцы! Уж давно друг друга морды расквасили. Это казак? Ну, хорош, чел, хорош. Ну, все сбежали, конечно, из клуба романтики. Или как это там называется? Кто-то. Какой-то ху. Литерали ху. На пьянь или мертвяков похожи, красавцы эдакие. На тебе нагайкой. Я покосилась на сурового мужчину с глазами старика. Отец рассказывал, что настолько уставший, будто потухший взгляд был у тех, кто пережил много бед. Не обижай нас, атаман. Мы наглеца к ногтю прижали. Он из леса вылез, задираться начал. Я не задиралась, в смысле не задирался, а доказывала, в смысле доказывал, что гожусь. И все ж проиграл. Будь мы в настоящей битве, ты бы уже сдох. Доволен. Ну просто кавил с усами. Так, уже бы. Степан отступил, убрал оружие. Снимай зипун, отдавай саблю до пожитки. Нет! Прознаю, что девица, беда будет. Не зря ж батюшка меня оберегал. Потом прознают и не будет беды. Все респектнут. Кто такой зипун? Зипун тебе на язык за такие вопросы. Тихо, Степан. Я приказы раздаю. Снимай зипун. И штаны снимай. Мерил меня атаман долгим, внимательным взглядом. Карнет, вы женщина? Неужто шапка слетела? Тряпье развязалось? Или он по-другому догадался? Эй, удалец, оглох!
Саблю подними да спрячь. Я моргнула, подчинилась. Путь богатырши. Обошлось? Ты сноровистый, не глупый. Авось и выйдет толк, ежели не лениться. Какой с него прок? Мы не бабы, чтоб детей нянчить. Перечить мне будешь? Сперва меня одолей, потом рот разевай. Тут, короче, да. Довольно простая иерархия, кто кого может угандошить. Тот и подчиняется. Мы в самом низу. Мне стало не по себе от взгляда Степана. Стрелять умеешь? Метко. Да. Мне дали пищаль. В спину тут же уперлась сабля. Раздалось тихое. Вздумаешь по нашим бить? Я тут же почую, брюхо тебе проткну. Ясно? То он подсказывал, что он не шутит. Ага. Руки тряслись. Пищаль казалась тяжелее, чем тот, что... как будто сбежали из клуба романтики. Все это время это был стрим не по клубу романтики. Это новая компьютерная игра «Смута зов сердца». Пальцы соскальзывали, мысли путались. Ты что же, и заряжать не умеешь? Мы тебе, блин, шестизарядную пищаль дали с глушителем и оптическим прицелом. X8. С окогом. Умею! Справившись с волнением, я сделала, как учил батюшка. Умерла от старости. Приклад уперся в плечо. Мне указали на 3 дерева. Попади одной пулей сразу в 3 дерева. Закрути пулю. Темно уже, ничего не видно. Ляхи и лиходеи, сукины дети, не будут ждать, пока рассвет. Давай пали. Кстати, классные ляхи. Бунь. Я прицелилась, попалась в березу и осину. А дуб, росший подальше, даже не оцарапало. Чё, реально, одной пулей? Недурно. Как говоришь, тебя звать? Я отдала пищаль. Тряхнула ладонями. Михаил. До этого говорил. Здоров будь, Михайло. Кончились дни, когда ты без крова шатался. Нынче с нами заживешь, казаком станешь. Кайф. Михайло, уснул? Вырывайся, блин, выбирайся из флешбека, идиотина. Бей ляха, в коле с нами напросился. Я вздрогнула, тряхнула головой, прогнала мысли о былом. Нормально такой флешбекину попало. Поймала. Тут нелинейный, конечно, сюжет. Несколько параллельных повествований. Поляки редели, падали возле кибиток. Повсюду виднелись мертвенно-бледные перекошенные лица, навеки застывшие тела. Под ногами чавкала грязь, растекались лужи крови. Я продиралась вглубь обоза, стараясь не смотреть на покойников. Убивать было сложно, пока я сражалась, думала о враге, о том, как уйти от удара. Будто вновь обучалась с отцом. Так, извиняюсь. Гуфиня, передай привет Маше из Перми, от Саши из Питера. Маша из Перми и Саша из Питера. Это кровавое аресталище с ляхами для вас. Всем привет. С последним сокрушительным взмахом сабли. На меня обрушилось настоящее. Противник упал замертво, а вместе с ним погасло что-то в моей душе. Этот огонь сможет разжечь только Степан или какой-то там другой бомж. Авось не придет ко мне во снах, не замучает. У нее красный пояс, блин, по казачеству. Наконец битва стихла. Пока я пыталась отдышаться, казаки свистели, радостно вопили, резали раненых, вытряхивали мешки, переворачивали бочки, забирали что получше. Ну, вы знаете, это средневековье. И все это под мелодичную музыку. Потом все столпились, начали делить добычу. Я молчала, чтобы не нарваться на драку. Но эта игра дискредитирует казаков, я абсолютно оскорблен. Надо писать куда-нибудь. Пишите куда-нибудь. Степан! Ну, правда, 16 век, правда. Тогда все рубились. 17 век. Я 16 век. Степан, чё такой довольный? Деньги нашел? Лучше. Он потряс сумкой. Сумку с деньгами? Карту? Деревенские не обманули. И впрямь с поляками гонцы шли. Чё ж прятали? Боже, что же там будет? Это же интрига. Вы чё... Вы чё, блин, ноете в чате? Тут интрига, блин, закручивается.
Я удивилась, когда он достал желтоватые бумаги, заляпанные кровью, и принялся читать. Еще и читать умеет. Ну, идеал. Степан грамоте обучен. Он подошел к атаману и, недолго проговорив, крикнул: «Ложите, братцы!» Степан резво прыгнул на кибитку. «Гринк, иди сюда факелом по...» Ну как ты читал до этого тогда? «Да не так близко, дурень, блин, кибитку спалишь!» «А чё беречь? Пусть всё ляховское сгорит!» «Ну можем номера просто перебить, как бы, и будет наше. И нас, и лес зацепят! Не лихач, а то буйная голова пропадёт!» «У, испугался, не бойся!» «Да одни фанатки передай, повсюду, блин!» «Пожалуйста, привет Алине из Новосибирска. Она теперь твоя фанатка!» «Алине, привет! Добро пожаловать в наши скромные ряды фанаток!» «Чё тут мнёмся, сиськи, жрать охота?» «А ну тихо, Степан, читай!» «Ганцы и лехи-то непростые! При них грамота из самого Шуйского, от самого, шумерская грамота!» Я приоткрыла рот. «От пленённого царя?» «Василий IV, Иван Шуйский. Русский царь, попавший в плен к полякам». «Врёшь!» «И кого вруном назвал? Как спрыгну, да оторву твой язык поганый!» «Сенко? Сенко?» — хлопнул себя по груди. «Давай, давай, давай, нападай! Ну давай, нападай!» «Хорош собачиться! Я грамоту видел, все замудрено писать!» «Все замудрено, замудрено писано, с печатями!» «Вот-вот!» Осмелев, я спросила: «Это что, какая-то смута? И мне придется следовать зову сердца?» «Откуда у поляков письмо?» «А ну не перебивать, не больше вашего знаю». Сперва он читал медленно, щурясь и поднося бумаги к глазам. Вскоре уже бегло произносил замысловатые слова, будто каждый день получал такие послания. «Где он так научился?» «Разбойный приказ. Центральное государственное учреждение, которое ведало сыском и судом по... Окей». Я разочарованно вздохнула. Казаки тоже недовольно заголосили. Эх, а шум это было. «На кой нам?» Степан покрутил ус. «Разбойный приказ, кому попало, не попа, не под, под... Видать, не простой легкодей. Иначе зачем грамоту тайком через ляхов, как золото везли?» «Чё тут кумекать? Ляхи письмо украли, думали, перепадёт. Фиг вам, дурьи морды!» Сенко погрозил кулаком туда, где валялись мертвецы. Казаки загоготали. «Обожди, дай поглядеть, кто Шуйскому нужен». «Раз бы так». Степан пробормотал что-то себе под нос, рассвирепел, махнул письмом, едва не уронил. «Пустое, братцы! Девку какую-то ищут!» «Это же я! О боже!» «Помогли тебе твои ляхи?» Наконец-то эта отсылка. «Видать, Шуйского не обласкало, вот он и злится!» «Уж я б ее не проворонил! На кол бы посадил трижды!» «Это метафора? Сянка, это метафора!» Я поежилась, натянула шапку пониже и, не подавшись страху, разозлилась. «Мерзость! Звери то воспитание!» Казаки противно захохотали, наперебой принялись твердить о том, что бы сделали с женщинами. «Мгггг. Чё разошлись, как старухи раскудахтались? Дело у нас!» Степан был феминист. «Какое? Мы ж не свахи, чтоб баб ловить!» «Бедная девица, что она на... Клуилес. Клуилес, посмотрите на это неотдупляющее щечло». «Читай, Степан! А вы, грамотей, на ус мотайте. Разыскивается Гуфина Ивановна. Может переодеваться мальчиком». Степан ожесточился, но не возразил. «Сам скажу, чтоб язык не сломать. Девка высокая, на паренька смахивает». Нейс. «Кожа бледная, слегка желтоватая. Волосы черные, добротные. Брови густые. Испугался, лицо овальное. Челюсть уже, чем скулы». На такой копиум я бы не рассчитывал все-таки. «Степан, ты полностью подходишь под описание. Волосы черные, добротные, брови густые. Лицо овальное, челюсть уже, чем скулы.
Мужики, это Степан, вали его и на кол. Бледная? Как поганка, что ли? Я скривилась, но побоялась встревать. Глаза голубые, нос крупный, рот большой, подбородок вытянутый. Что еще, Степан? Я опешил из-за смутной тревоги и услышала зов сердца. Как с меня писали? Бывает же, Клулес. Дура! Дура! С меня... Ой, насочиняли. Все бабы на одно лицо. Поди разбери, где какая. Мужло, блин. Не все в усадьбах к западу от Москвы живут. Блин, Мишка, а мы тебя где подобрали? У этой девки отец помещик. Хромой на правую ногу. В бою был ранен. Как это поможет ее отыскать? Мой батю... Мой батюшка тоже хромает. Блин, ну сколько же совпадений за один день? Я грустно вздохнула, подумав о доме. Она не отбивает, блин, один плюс один. Надеюсь, он жив и не сильно на меня злится. Волосы белёсые, лицо приплюснуто, мягкое, глаза карие, на лбу шрам. Да сколько ж там, блин, там уже целый фоторобот. Я остолбенела, ясно представив отца. Что? Батюшка! Ой, батюшки! Снова совпадает. Случайность ли? Проговорила наша Шерлок в кафтане. Блин, убиваю ради вас. Непонятно ради чего убиваю аккум телефона. Хоть зарядки снял, ладно. Случайность ли? Сердце испуганно забил. Нет, глупости. Зачем мы Шуйскому? Батюшка дурного не делал. Мы мирно жили, никого не трогали. Ладони задрожала. Я сжала кулаки, чтобы никто не заметил. Рукавом смахнула со лба пот, забыв, что испачкалась. Ляхская кровяка. В ушах загудело, голоса казаков стали тише. Степан перечитал письмо. Оно, блин, долб. Я похолодела. Точно про нас! Взгляд заметался по сторонам, ноги словно вросли в землю. Я прикусила щеку, чтобы не охнуть, не закричать. Тупая как пробка. Так у нас это, путь богатырши. Плату немалую обещают. Материнку типа. С этими деньжищами холопов прикупим. Да на землю сядем. Хоть не на пень. Мне стало дурно. В горле будто возник ком. Да казахи добрые, казахи добрые, казахи. Разблокирована новая нация, казахи. Нет, казахи. Казахи уже существуют. Мне стало дурно, в горло будут повнимательнее. Это Казахстан? Мне показалось. Я оговорился в слове казаки. У меня получилось казахи. Я хотел пошутить, что разблокировано новое казахи. А потом вспомнил, что казахи реально существуют. Вот так вот. Мне стало дурно. В горле будто возник ком. Чего побелел, Михайло? Тебя, что ли, ищут? Небось, косы срезал, да к нам от Шуйского сбежал. Я пошатнулась. Всё, пропал! Да, нет. Серия окончена. Конец первой серии. Мы стали сильнее. Мы получили немножко самодержавия и немножко советности. Закрыть. Это что, первый из трех? Привет, чат. Привет, гуфинечка. Ботаны уже на свете. Хорошела смута на гуфарусе. Хых. Охереть, это только первая глава из трех. Так, ладно, пока хватит. Глава вторая, подмена. Боясь заточить. Это уже было. Наши характеристики
увеличились. По-моему, это не тот персонаж, которого я создавал, но это все и не важно. Боясь заточения, юная девушка сбегает. Это уже было. Чё, они могли подстроить, чтобы в меню именно моя стояла? Включи богиню. А богиня не скачана, она не скачалась. Богиня? Богини нету. Надо качать. Надо качать. Чивандейс. Так. А вот вам все расскажи, будет что после смуты или не будет. Вдруг вы сюда не ради смуты пришли? Я, конечно, не верю в это. Так. Не хочет. Не хочет. Но он не хочет. Не хочет. Глава вторая, подмена. Казаки наперебой шутили, смеялись, тыкали в меня пальцами. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Я глядела в ехидные глаза Гриньки и не могла ничего ответить. Уродливая из Михайла баба! Че? Я натянула шапку пониже. Вспомнились давние пересуды, хохот кумушек, глупые слезы. Я ухватилась за злость, как за спасение, нахмурилась и пробасила. Сам, уродливая баба! Ты чё мелешь? Как зубы выбью, по-другому запоешь. Дряться вздумал, паршивец? Сенков скрипнул зубами, выхватил саблю, пошел на меня. Паскуда! Я не растерялась, пнула его по ноге. Сенко споткнулся и упал. Чё, девка разлеглась? Хи-хи-хи. Щенок. Он вскочил на ноги, рванул вперед. Я ловко отпрыгнула, достала саблю, отвела удар. Рука дрогнула, но я устояла. Разошлись, бараны! Нечего рогами пытаться. Не то я вас хлыстом стыкать буду, пока дурь не выбью. Холодный грозный голос пугал. Бойкотируем ли вам? Ну ладно, всем пока.